В вузах и колледжах города в этом году появились новые направления подготовки. Студенты Тюменского индустриального университета теперь осваивают специальности мехатроника и робототехника, а также нефтегазовая техника и технологии. Последнее направление готовит горных инженеров. Специальность действительно новая для нас, но она очень перспективная. Эти ребята за 5,5 лет очного обучения получат компетенции не только в профессиональной области, но и в области научных исследований. Где могут работать эти ребята? Да хоть где. Это научные центры нефтегазовых компаний, сами нефтегазодобывающие компании. Это проектные институты. Ну и образование. Я приехал из Челябинска. И выбрал эту специальность, потому что это очень перспективно, во-первых. Во-вторых, это специальность и специалитет, и нам не нужно будет обучаться на магистратуре. А также это очень высокие заработные платы. В Аграрном университете появилось направление в подготовке магистров инновационные технологии в агропромышленном комплексе с использованием космических систем. А 100 студентов лесотехнического техникума теперь обучаются по специальностям: организация сурдокоммуникаций, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, официант-бармен. В техникуме строительной индустрии городского хозяйства начали обучать дефектоскопистов. Это контролеры сварочного производства. Направление открыли по запросам работодателей. Попробуем.